Раз, два, три. Раз, два, раз, раз, раз. Здравствуйте, с вами Казуков Фэмили. В прошлый раз у меня прервалась трансляция, были технические неполадки. Я оттуда бежал сюда. Вот сюда. Я бежал за черным рынком, я уже закупился. И мы продолжаем. Ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, про репост. Рассказывать друзьям, мы стараемся прикольные игрушечки проходить, показывать то, что в принципе не показано. Поэтому, в принципе, вот мы идем на ферму. Это ферма? Да. Нам осталось добраться до фермы. Погнали. Всем приятного просмотра, дорогие друзья. Вот. Погнали мочить фрицев. Что это был за звук? Чё? Чё-то не нравится мне этот звук. Твою мать. Так. Да, ёб твою мать, в смысле? Теперь мне время повеселиться. Я найду тебя, где бы ты ни был. Правда? Давай опасные, как пуля. Что толку прятаться? У него... Плохой, плохой фриц. Я найду тебя, где бы ты ни был. Янки. Единственные янки это хулиганки. А если нету янок, значит нету хулиганок. Американ бой, уеду с тобой. Стоп, а не в этом доме они ныкаются? Ох, подожди. Я так надеялся. Люби меня, люби. Жарким ночью и днем. Сердцу сжимаю. А что это за такое? Что это за... Я обошел. Насяльника, но затем я обходил. Так, ладно. Воу! А там плохой бой. Загони. Попал в одну? Я должен был попасть. В смысле, блядь? Попал. Что за хуйня? Так, подожди, я хочу посмотреть, почему-то я не могу выбор оружия сделать. Flame of Fire. Пять, шесть, семь. Ничего. А где снайпер? Блять. Какой? Где ты, сука?
за целями! Я тебя видел, сучара. Молодцы, что вы знаете, что я где-то здесь. Погнали на ферму, наверное. Гутен так, Блажкович. Забирайтесь в кузов, я отвезу вас на ферму. Да, да, да. Наконец-то ферма. Ферма, на которой обосновались нации, чуть дальше по дороге. Удачи, Биджей. Да, блин, неудобно этот режим делать, это пиздец просто. Вперед, живей! Открытие, снайпер! Да-да-да. Тыковки можно пострелять. Стоп. Стоп, мне одному кажется, что где-то здесь нычка. Слева! А, подожди-ка. Обеспечьте огневую поддержку! Ёпара сыпя. А хрен ты попадешь в пулеметной вышке, сучка. Хитрая заучка. Так. Ферма, ферма, где нам быть? Ого, твою. А вы куда поехали там? Огневая поддержка! Да ёб твою мать, в смысле? Подожди-ка. Так. Подожди. Там где еще пулеметчик? Сока на двери, да? Снайпер!
где? Не пойму, где уроды? Кто-то... У него лучевое оружие! Кто-то был в доме. Здесь американец! Так. Интересно. Ага. Девять 850, да? А, то есть то, что я спрыгнул, или подожди. А вдруг я не сел в шланг? Так. Больше мне вкусные сладенькие тыковки. Так. Погнали. Опа. Ого. Ищи укрытие. Где ж ты? Держать строй!
А сколько вас тут Япона мать? Блять, где они? Ни одного немца нельзя оставлять живых, особенно в Альфенштейне. Так. Ё-моё. Это шпион! Ну ты, конечно, безумный. В смысле, выше. Так. Пещера. Интересный замут. Нихера себе. Пещера. Thank you.
А кто сказал, что я прячусь? А? Откуда стреляет? Ничего не понял. Бежухи. Только мясо ходячего. Так. Этой пещеры хранится кристалл Нахтзона. Ваша задача добыть его. А я тем временем поищу пути отхода. Эта дверь закрыта щитом. Чтобы ее открыть, нужно отключить генератор. Внимание! Всего лишь... Чего же вы ждете, Биджей? Идите за кристаллом Нахтзона. Не ори, я слышу, не глухой. Что-то такое, подожди. Опа. А как его взять? Вот оно как. Да не ори ты, я понял. Так. Погнали, чё. Закрыто. Так, как я попаду, если закрыто? Так, хорошо, физика это физика. Так, ну еще у нас время есть, может быть.
там. Внимание! Берегись! Фотонная пушка! Фотонная пушка! Колотушка! Хрен вам! Опа, ну подожди. Внимание! На территории маяк сопротивления! Обнаружить немедленно! Опля, оп! Только не понимаю, смысл мне эти двери открывать. Если вернулся назад, то можно по факту. Погнали, чё? Так. Так, подожди, а кто меня палит? Ладно, верхних я трогать и не буду. Да ну что такое? Как мне фотонную пушку взять? Что-то ни хрена не понимаю, подожди. Восемь. Еще. Не броха, да, ребятки? Так. Ого. Это интересно, здесь скоро ублюдки кое-какие будут. Я слышал, на прошлой неделе одна такая тварь сбежала и перебила целое отделение. Было такое, но не волнуйся. Пожалуйста, не стреляйте! Пожалуйста, не стреляйте! Ну да, вы же всего лишь ученые, нахер. Так, вниз что ли? Вон оттуда? Почему тревога? Не шути так,
У меня мороз по коже от этих тварей. К сожалению, только они могут вынюхивать нужные кристаллы. Обнаружить немедленно! Не трогайте меня! Пожалуйста, не стреляйте! Подожди, а как? А, с этой стороны. Подожди, откуда? Ёбка, давай. Подожди, выше, а как я выше попаду-то, а? Немца превратили в фарш. Фаршмак. Так. Ё-моё. Ага. Подожди, а как нам подняться? А, вот как. Жди. Не ломай, плохой мальчик. Тут и так все к ебеям сломано. А они еще доламывают. Оу.
Оу. Оу. И куда мне? В смысле? А чё за глюк? А как я пройду? Тихо, мне вот интересно. Это что, типа я уже все? Кейтмаут или что? Подожди. Да ладно. Подожди-ка. Мне надо было загрузить, а не. Давай, блядь. Ой, по-моему, сейчас я успел, да? Валим. Ну. Называется, расхерачили лабораторию. Так, а дальше? Понятно. Валим. Наверх, что ли? Воу. А, это они пытаются свалить, да? Чтобы завоевать доверие Золотого Рассвета, я отправился на ферму, где пропал агент этой ложи. Там я нашел подземную базу, на которой нацисты пытались выращивать кристаллы Нактзоны. К счастью, мне удалось спасти агента и привести базу в полную негодность. Интересно, с какой целью они вкладывают столько сил и средств в изучение Черного Солнца? Вот такие вот пирожки, ребятушки, с капустой. Так. Эрика. Явка это имеется в виду. Так, я вижу единственное, только вернулся в явку, и все. Тогда погнали, возвращаемся. Все, подожди, почему?
пока. Я ж 8 нажал. Или не 8. Так, подожди, а как на явку попасть? А, прямо до конца? Ну, понятно. Тогда понятно, понятно, да. Идем тогда. Так. Давай же, нужно все собрать. Доктор Александров сказал, что нацисты будут здесь с минуты на минуту. Притормози. Они еще пока не ломятся в двери. Это лишь вопрос времени. Агент Блажкович, я просил вас всего лишь освободить наших собратьев, а вы разгромили всю базу нацистов. Но ваша миссия увенчалась успехом, поэтому я хочу снова прибегнуть к вашим услугам. Медсестра, которая работает на нас под прикрытием в госпитале неподалеку, говорит, что с тех пор, как это место захватили нацисты, там происходит что-то странное. Выясните, что там происходит. Я обозначил место на вашей карте. Постарайтесь не уничтожить его тоже. Госпиталь. Так, это, конечно, хорошо, но я, наверное, пойду чем-нибудь закуплюсь новеньким. Так, новенького у нас где? О, куратор сзади. Так, подожди-ка, а где он? Через танк. Где он заныкался? Или нет? Агент Блажкович. Я из Золотого Рассвета. Мне нужно поговорить с вами. Послушайте. Несколько моих соратников попали в плен. Их допрашивают. Они не бойцы, агент Блажкович. Им нужна помощь. Штаб отмечен на вашей карте. Проберитесь внутрь и найдите их. Местный штаб СС. Ясненько. СС значит, да? Это госпиталь. О. Ага, и штаб-квартира СС почти рядом с госпиталем, да? Ё-моё.
Всем в атаку! А, это свои. Дверь какую-то. Это все, конечно, круто, но я пока слыниваю оттуда. Так. Это шпион! Я что-то не сразу понял, что это немцы, блядь. Сейчас, подожди. Понятно, это с левой стороны. Взять его! Пошли, пошли! Так, подожди, а почему я... Что толку прятаться? Внимание! Стоп. А как я пройду? Вперед, живей! Мою мать, я эту дверь не заметил. Твою мать! Твою мать! Не сдаваться! Все, завалили. Стоп, мне не Каролина нужна, алло. Подожди, а чё я так далеко нахожусь-то? Капец, это только через внутренний двор я попаду? Ты дебил, он же взорвался сам. Пипец, конечно. Бедный мужик. Так. Опять за патронами? О, гляди, тут ты наш основной клиент. Хочешь чего-нибудь купить? Да, прикинь, хочу. Так. Угу. Подсумок значит недоступен, да? Крупный калибр, замечательно. Так, подожди, граната, да?
Так. А ё-моё. Так, проникните в штаб СС. Отправиться в госпиталь и поговорить с агентом сопротивления. Так, мы погнали в штаб-квартиру СС, наверное. Сейчас мы туда... Что происходит? Так. Нам что-то напрям, что ли? Там где-то должен быть поворот. Стоп. Нет, поворота нет. О, ладно, надо быстрее бежать, чтобы... уже закончить эту миссию, ну вы поняли, короче, этот момент. Так. Все, вижу. Прямо и по правой стороне. Стоп. Ага. Исторический Восток, что-то такое. Ну да. Это, в принципе, мы пришли сюда. А, исторический что-то там, код и квартира из штаба СС. Так, ну давайте попадем в квартиру штаба СС каким-нибудь образом. Да ну! Задача жесткий. Жесткий махач происходит. Ну отлично, штаб-квартира СС, мы успели. Друг мой, поймите, что я не хотел бы вас мучить. Угу. Постарайтесь понять. Я сделаю все возможное, чтобы узнать о делах Золотого Рассвета в Айзенштадте. Конечно, вы будете держаться и сопротивляться мне из последних сил. Другого я и не жду. Но уже очень скоро я сломлю вашу волю, как ломаю тело. В итоге вы расскажете мне все, что я хочу знать, умоляя о смерти. С докладом прибыл. Вам удалось захватить агентов Золотого Рассвета? Так точно. Бой был непростым. Их не били, сержант? Никак нет. Пальцем не тронули, как приказали. Зергут, пленников отведите на фабрику. Я поговорю с ними, как только завершу эту дружескую беседу. Интересно, да? Дружескую беседу. Эй. Недолго тебе осталось, американец. Пошли!
Может, успеем получить информацию? Не факт, конечно. Понятно, ладно. Значит, не сюда. Сейчас посмотрим, может быть, если следующая точка сохранения быстро будет. Так. Ищем, быстрее. Так. Значит, информация где-то здесь. Укрытие! Подожди-ка. Ага, 12 косарей. Нормально, чё? Ты умер? Да. Так. Укрытие от него! Ой. Не останавливаться! Пошли! Так, ну ладно, в принципе, на этом закончим. Всем спасибо за внимание. Отсюда приступим. Всем всего хорошего. Всем удачи. Всем до скорого. Не забывайте про лайки, про репосты, про колокольчик. И советую друзьям. Всем удачи. Всем пока-пока.